Добрый день, дорогие зрители. Сегодня у нас распаковочка с Алиэкспресса. И в этой посылочке находится конструктор Lego Friends, цена которого составила, не поверите, всего 1600 рублей. Это за конструктор, в котором находится почти 600, даже почти 700 деталей. На нашем рынке его цена составляет примерно 3-5 тысяч рублей, то есть в зависимости от магазина, естественно, да. Довольно-таки неплохо упакован. Единственный минус, он не годится в подарок, так как у него нет именно коробки картонной, то есть красивость этой коробки, которая он продается обычно. Вот, и присылается в таком пакете. Но нас это не смутило, и мы решили его заказать. Сейчас посмотрим на его распаковочку в ускоренном режиме. Тяжело очень резался. Непонятно, зачем целлофанчики и все прочее. Ну, в общем, в принципе, хорошо упакован, чтобы не повредить, да, его. Вот. Дети с нетерпением ждут, хотят участвовать в распаковке, и им это удается. Вот так надо. Давай. Видите, как надо. Вот, молодец. Инструкция. Ну, что мы видим? Вот такая. Как и обычно в конструкторе. Такая брошюрка. Инструкция по сборке. Так, здесь наклейки. Наклеечки для деталей. Очень красочная вся. Все понятно и расписано. Ну, в общем, это обычная инструкция с Lego Friends. Где все, вот видите, все расписано, все детально. Вот. И сборка не составит никакого труда. Эта посылочка шла в Ленинградскую область примерно 44 дня. Видите, все упаковано в такие же упаковки, как и все. То есть ощущение, что его вытащили из коробки, засунули в этот пакет и отправили, да, то есть и цена его уменьшилась в разы. Вот такие вот упаковочки, все есть. Наклеечка и инструкция. Ну, давайте посмотрим, что у нас из этого получилось. Какая красота. Немного усилий, немножко скандалов. На доме пришло очень даже неплохо. Маленький бонус, как он собирался. Надо? Вот это? Надо, ничего не надо. Надо. Андрей, ну. Я Арина. Арина. Андрей. Получше. Тоже мне махаться. Ах ты. Пофиг у меня. Уже подписывается. Там даже ничего не видно. А ты чё это? Дёрнуть. Мне тоже не хочется дёрнуть. Я чуть-чуть тебе. Я тоже чуть-чуть. Ты сейчас помнишь? Я тебе обещаю. Андрей, ой, Арина. Да. По языку не дай. Подставь от меня. Да мне хочется туда вообще. А я хочу туда.
получится. Давай, давай, парень. Да! Ты чокнутая! Так. Вот сейчас ты получишь.